Булавки, игрушки, монеты, магниты, заколки, батарейки, эти маленькие, не очень маленькие детали. Самые юные брещане пробуют и на ощупь, и на вкус. Каждый год количество таких пациентов исчисляется сотнями. К сожалению, порой родительская невнимательность обходится непонимающему ребенку дорого. Самое грозное наше инородные тела – это батарейки. Они, имея электрический заряд, при попадании, при контакте с телом человека вызывают ожог, который может закончиться очень трагично, прожигаются ткани внутри внутренних органов и возникает море осложнений вплоть до летального исхода. Если речь идет о предметах, застрявших в ушных проходах или носу, то, как правило, по этому профилю работают лор-врачи. Благодаря имеющемуся сегодня на вооружении современному оснащению, медики могут оперативно провести качественную диагностику и определить, где же на самом деле находится источник проблемы. На первом месте, наверное, орехи стоят у нас, потом какие-то кусочки пищи, это яблоки. Вот последнее, что мы доставали, это был арахис. Потом больше у старших детей есть вот то, что мы доставали, это, например, иголки, которые канцелярские, когда дети, скажем, во рту их не играются. Потом колпачки от авторучек, которые дети опять-таки во время школы, потом он вдыхает. И он становится в одном из бронхов. Только опытный специалист может дать правильное заключение и помочь с проблемой. Поэтому, даже если родители уверены в качественно проведенной самостоятельной манипуляции, на консультацию к доктору все же лучше попасть. А если самому помочь малышу не удается, то здесь отсчет идет уже на минуты. Состояние, которое возникает, когда ребенок вдыхает инородное тело, это состояние угрожающей жизни. Ребенок сразу уходит, скажем, с приемного отделения в отделение реанимации и находится под наблюдением врача-реаниматолога. Мы уже непосредственно оказываем помощь, как чтобы удалить это инородное тело из дыхательных путей. Сейчас есть компьютерная томография, как если мы можем сделать исследование, и диагноз нам поставят наши коллеги. Врачи еще раз напоминают, лучший учитель – это не собственный опыт, по крайней мере, если речь идет о здоровье и жизни маленького ребенка.